Сегодня у нас 27 июля 2018 года. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, это я в моем мейлинге. Я вот загружаю видео, которое я сделала вчера на мою страницу Фейсбука, 12 часов 52 минуты, 27.07.2018 года. Я вот в моем мейлинге, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, эллинг 24. Буквально несколько минут назад я вот открыла дверь в гараж на первый этаж моего эллинга. В общем, вытащила шланг, в общем, мою. Мою, это парковочное место перед моим эллингом. В общем, вот так вот. Вот обратите внимание, вот он. Этот шланг в моем гараже. Вот. А также обратите внимание, здесь вот вещи, они все находятся на балансе Василия Валерьяновича. Вот. Также это часть вещей Матильдочки, вот и двери, там кирпичи, вот то, что вы тут это видите. Так что вот, обратите внимание, потому что, наверное, часть этих вещей будем вывозить. Короче, Матильдочка отдала, и, в общем, ну вы понимаете, да? Вы понимаете. Это вот котел. Котел, что-то он такое показывает. Даже не понимаю. В общем, как-то вот так он, да, что-то такое он показывает. В общем, ну также мусор. В общем, мусор надо будет выкинуть. В общем, вынесла из моего гаража мусор. Надо будет сейчас вот выкинуть этот мусор. Вы понимаете, да? Мусор. Ну, парковочка. Парковочка моется, как говорится. Вот она моется. Парковочка моется. Такие вот дела. Отдыхающие там, наверное, отдыхают. Цветочки сажают. Какое количество у них цветочков. Вот мужчина идет с лестницы, явно что-то будет пилить, жара. Да, у людей навесик, в общем, отдыхают. Вы понимаете, отдыхающие они отдыхают, Матильдочка гуляет. В общем, жара. Зачем ехать в Турцию, когда здесь практически как Турция? Ну, вы понимаете. Здесь цветочки, я так понимаю, поливать не надо. Самое главное, трубочку проложить. В общем, а так поливать их не надо. Самое главное, вот эту штучку на границе вот с моим вот этим поставить, и все, и на этом остановиться. В общем, как-то так, да. Вот как вы хотели. Как вы хотели. Так что вот. Что вот, сейчас я буду кушать. Еще я не завтракала. Такие вот дела. А так ролл-ставни у меня не работают. Ролл-ставни не работают, поэтому, видите, проветриваю вот так вот дверью. Вот, не поднимаются. Что-то тут не поднимается. В общем, короче, вот так открыто. Жара. Сейчас себя засниму. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я в моем эллинге. Вот. Что-то как-то, знаете, как выйду сюда, потом как выйду туда, потом сюда прям темнота. Ну, вы понимаете, да, надо делать выводы. Я специально для вас снимаю. Специально снимаю для вас видео, чтобы вы видели. Специально для вас делаю. Так что вот, вот такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я.